Купили эвакуатор для перевозки сенажа. Выше надо. Опусти, разожми, сожми и опять подними. А масло проверить. Может, масла мало. Сегодня все промазали, захваты все. Намотает сальник, хана будет, блядь.
Угу. Это он второй этот рулон притащил. Thank you.
поднять. Сыроват, тяжелый. Тяжелый? Попробуй его до конца схватить. Не-не, разожми, подъедь поближе. Поближе подъедь к рулону. А туда не погрузит он назад? Да, назад нет, не можно. Можно? Вот это попробую назад погрузить. Давай-то вот это назад. Да. И это что стоит? Ну это тоже сенаж. Тоже его? Ну попробуй. Грузи. Че он? Прелый. Прелый? Да. Это солома вообще какая-то. Не? Он прелый. А ты хотел его, блядь, сбагрить, нахуй. Давай вот этот тогда. Подожди. Назад еще. Сирень, я тебя все вывез. Ну, на том поле а? Вот... Все, я вообще помню. Слышишь, что говорю, Игорь? А только там остались? А, вот там вот, где вчера я его возил. Они легкие, хорошие. То есть их задрать реально нахуй до конца. Куда ехать загружаться? Да, тоже где огород старую траву косили, а я... Только тебе придется сначала вывести, наставить их, чтобы можно было развернуться. На поле разворачиваться и грузить его задом. Заезжать, брать рулон и грузить. Вот тот открытый погрузи назад. Два штуки. Ты хотел себе один оставить. А мы белый возьмем. Зеленые два. Вот такой. Вот этот закрытый, блядь, нормальный подъезд.
Да он как лепешка, наверное, хрен скатится. Белый, что там? Да. Да он, наверное, тоже такой же, как и этот. Попробуй вот этот. Вози его сюда.
навеску спусти. Открыть? Чего открыть? Белый? Открытый готов. Ну давай открытый. Ну его растреплет, блядь, дебил ебаный. Заклеишь скотч. Вон он имеет в виду синий. Ой, зеленый тот. А это что тебе? Тот зеленый, я тоже. И этот что, блядь? Навеску ниже опусти. Вот. Вот. Все, зажми. Бля, тяжелое все. А уже роняли, не поднимает, тяжелый чересчур. А зачем? А все они такие.